Всем здорово, ребят. Сегодня играем в Battle Royale. Максимально хаотическая ФФА, без барьера. Огромная карта, 8 игроков. Так, мне повезло на Мглистые горы. Но я вижу, что еще нескольким людям повезло. Мглистые горы могут воровать ящики при помощи птиц. Держу в курсе. Очень классная тема. Харат еще также им будет тут при помощи засады. А, ну и Изин тоже может то же самое делать. Ладно. Так, берем, берем. Этот пойдет. А, мы с этой стороны. Я не успею эти деньги забрать, если там шарящий чел. К сожалению. Просто ждем сундук. Вот вам котик от подписчика. Грустно как-то на мусорке. Эх. Надеюсь, чел, который фотал, накормил его хотя бы. По идее, я мог бы рабочим поднять, но неважно. Зато я точно знаю, что... О, класс. Ой, погодите. Ой, это с огнем. Я затупил. Да не надо, дядя, дядя, дядя! Меня хотят убить. Я просто забыл, куда надо ставить галочку, чтобы с огнем или без было. Что-то я прям против двоих. Этот гном не тащит. Выжил. Жестко, мне не повезло. Так, сюда мы не доехали. Ладно, давайте попробуем. А, он сдох. Я думал, спасся. Попробуем захватить аванпост. Не везет. Гном этот неплохой трор. У него там лидерка есть. Но, видимо, на начальных левелах он очень слабый. К тому же у челика геройка. Не повезло. Ах, почти. Почти успел. Надеюсь, тут не забрали. Но, скорее всего, забрали. Так, нам нужно два. Одним отвлечен. Да, забрали. Вообще ничего не вижу. Ну просто пробежимся. Беда в том, что я маленьких ящиков не нашел вообще. Может быть, смогу найти. Все хорошо. Ты чё, за... Серьезно? Серьезно, бро? Отвали от меня. О, сейчас мы с этим челиком тандем сделаем. Да блин, да погоди, тандем же. Хорошо. Рабочего, наверное, просто. Можно чуть-чуть лучников. Вам смс-ка пришла, ребят. Купим Азога. На Азога. Походу. Ой-ой-ой. Ну, я инфу получил зато. Теперь я знаю, что там есть конница. То есть нужно сделать что-то.
копейщиков. А, и мы не сможем его короновать без крепости. Окей, Азок, плохая идея. Отменяется. Конница захватит, скорее всего, но я постараюсь. А вдруг? А вдруг повезет? Уже? Ладно. Кирдана получил. Ладно, нам это не надо. До меня только сейчас дошло, что как бы зачем оно? У нас, оно сейчас все позгорает. Это конница, и его не особо полезный будет. Идем на мид. Может, в гробыка сыграть? Пожалуйста, дайте мне сильного героя, и я смогу играть. Ну не, ну не надо, ну сука! Гартаур, это мой Гартаур! Обокрали! Полная срака. Давайте гробака, у него есть труповозка, мы хотя бы будем деньги зарабатывать какие-то. Надо побить Гондор. Слишком много игроков. Он сейчас конницей заберет и это. Дайте мне одного героя, пожалуйста. Да блин! Ныкайся, ныкайся. Чересчур много. Кавы, чересчур. Ого, ого. Ну мое, ну это точно, точно мое уже. Ну все, давай, давай. Ай, блин, Рогаш, он хреновый этот Рогаш. Это типа поломанный Рогаш из ванилы. Ладно, птиц мы не будем трогать. Ой-ой-ой, меня сейчас сожрут. Или нет? Ладно. Нам нужно драться с этим челом. Да. Что, не работает ни хрена. Тащись ко мне, братан. Живем. О, Хельм Жопорукий. Наконец-то что-то хорошее. Что-то реально хорошее. Блин, пауки бесят. Но неважно, у нас есть лидерка. Не знаю какая, правда, но есть. У нас более-менее норм армия. Может быть, мы даже накопим на крепость сейчас. Так, это вроде стан. Нет, это не стан. Черт, это страх. Я мог бы ему армию убить. Но может, он не знает насчет этого героя, Эрмен. Не, вроде он не нубас.
По идее знает. Ну что, рискнем. Крепу. Блин, лишь бы никто в спину не пронес мне эту крепу. И тогда еще можно жить. Ну-ка. Отходим. Давай. Мародерочка. Хочется верить, что мы заработали на воскрешение гробока. АХН. Да, так и есть. Это прекрасно, я считаю. Так, а это что дает? Непонятно. Вот бы описание. Но нам надо его снести без негатива, но просто очень мало места. Нас еще кто-то в спину там бьет. Лады, уходим. Ой, тут слишком много народу. Ой-ой-ой-ой-ой. Перебор, перебор, перебор. Ну вы рофлите. Это он. Ладно, он не отступит же. Ай, не остались. Нет, тут хана. Ну, залезай и бей. Давай, давай, бей, бей, пожалуйста. Молодец. Хорошо. Теперь тебя. Не получилось. Ну ладно. Не страшно. Еще один. Ну, Эрмен, ладно. Справедливо, справедливо. Абсолютно справедливо. Сидим здесь. Ага, вот так это работает. У гнома это точно так же работает. Хреново. Кстати. Все, надо сваливать отсюда. Пускай хилятся. Угу. Так, на этого мы кинем вот это, если тут будет куда. Здесь можно, здесь можно. Надо крепу чинить. Нужно, о, сделать коронацию, чтобы зарабатывать деньги. Сделать это и это. Похоже, стрелки готовы. О, прикольно, прикольно. Еще закажу. И сюда, может. Есть.
Все, погнали драться. У нас чинится. Галадриэль, ох. Вжух. Но он мне правда снес полоску. Ладно, Галадриэль сдохла. Катапульты. У Эрмена, скорее всего, жопа горит. Потому что ему не повезло еще больше, чем мне. Что? Фарамир. Свинюка. Так, нам нужно вот это и вот это. Нужно его добить. Что это дает? О, на халяву. Нравится. Нравится. Ой, минус гном, да? Ну, ёпта. Достал. Просто задолбал. Какая-то Галадриэль там. Надеюсь, его можно будет воскресить. Все, уходим отсюда. Блин, надеюсь, Мордор кто-то пронесет. Он катапультами... Вот это несправедливо. Я на таком маленьком клочке тут живу. Ладно, будем грейды делать. У нас нет выбора. Штампуем... Как можем экономику на нулях. Нужно накопить на великана или нет, хотя бы на гробока, пофиг на великана, хотя бы на гробока. Не-не-не-не-не-не-не. Отлично. Блин, ну там Фарамир. Сейчас нужно будет делать спасательную операцию. Давай, 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 давай. Ну, почему не выбирается? Да ты задрал. Ну, прям из-под носа увел, зараза. Ладно, пофиг. Концентрируемся на этом челике. Не-не-не. Ага, и ушел. Я бы его убил бы сейчас там. Вот так сделаем. Хорошо. Так, построим пару нормальных ферм, чтобы деньги были. Ну, ты выходишь? Сейчас выйдет. Если появится гном, то вообще шикардос будет.
Ну, Эрмен прям как лев просто, как тигриный лев сражался. Тащил как мог. О, я забыл, у нас же еще от этого лидерка. У нас прям дофига лидерок, только беда в том, что у нас армия состоит из дерьма. Кого помянем? ХЗ. Пиплин, Тринити и... А, два Пиплина, короче. Это братья-близнецы. Окей. Ну, сейчас Эрмен за ними, походу, уйдет. Там уже огонь снизу. Это, скорее всего... Ну, если это не последний барак, то последний у него сгорит. Ну, кикайте. Пжи. Так. Ой, уже подступает огонь. Все, Эрмен проиграл. У нас есть 25-ка. Прекрасно, прекрасно. Сюда. А гном не воскрешается. А если я маленькую крепу построю? Ну, вроде все герои воскрешаются здесь. У нас снова supply блок. Хорошо, давайте проверим вот это. Вот это, вот это. Теперь наша задача просто сидеть и смотреть. Или нет? Это же Гондор? Да, Ускон меня бил. Сейчас мы тебе раздадим. Пиздюлин. Ой, костяной мумак, ё-моё. А у него тоже есть, лол. Чё-то я не хочу ему больше раздавать пиздюлины. Так, надо сделать вот это и вот это. Я сейчас подожду, пока у него... Почти достроится крепо. Нужно по-умному поступать. А, он сундук забрал, я не заметил что-то. Ладно, отряд оставил. Так уж и важно. Так. А где же мне тебя вызвать-то? Крепа меня пугает. Так, рабочего убили. Ну-ну-ну, сюда. Так, он уже юзал землетрясение. Значит, я не боюсь. Я сказал, молчать.
Ой. Нехорошо. О, давай, давай, давай. Наконец-то. Да ну блин. Наконец-то убили. У него дофига рабочих. Легко мы не сможем пробить. Так, воскрешаем. Построим Дрейка. Что? Там еще одна Галя. А, там фармер у него. Ну, это неприятная штука. Но зато у меня крепость есть. У него нет. Меня интересует, есть ли у него рабочие. Ой, нет, нам надо великанов делать. Кажется, мы ему заруинили игру. Сейчас начинается нищета. Но почему же он не проиграл? А, ты рофлишь, что ли? Он попал именно в ту точку, в которой не горит ничего. Ладно, я помогу. Все, денег нет. Я плохой человек. Я знаю, я очень плохой человек. Так, теперь нам нужно, пока они сражаются, сделать какую-то экономику и какую-то армию. Армия у меня не то чтобы очень, мягко выражаясь. А, тут получается похожая ситуация. У верхнего чела есть армия, но нет креп... А, нет. Есть крепость, но она сгорит. У этого есть крепость, но нет армии. Мы просто чилим тогда. Так, братан, без негатива. Без негатива. Абсолютно. Но это моя точка, бро. У него еще и Азог там, и Каче. Не-не-не. Ладно. Я думаю, она окупится. Блин, я просто хочу туда ферму, бро. Он не даст. Ладно, я ее снесу и все. Нет. Да я в смысле, я просто посмотреть. Надеюсь, мои великаны потащат. Восьмой левел, ё-моё. Чё, я заагрил на себя его, что ли? Ты шутишь? Не, не может быть. Но мои должны потащить, походу. Да. Отлично. Теперь Мордор будет выжидать. В принципе, пока у Мордора ничего нет. Может, норм. Может, пускай так и будет. Уйдем.
готово. Ой. Мне не нравится этот демон. Великаны сейчас посливаются. Ну что это за дресня? Почему они не уходят? Как будто застанили меня. Ну а там этот еще есть. А, потому что это не мой, вот почему. Угу. Ладно, уходим. Он не может пройти сквозь троллей. Горит. Торина убил. Как-то не очень хорошо, ребят, все это произошло. Что нам нужно? Почему здесь горит? Вот это грусть. Я думал, что я в безопасности. У меня снова хреновая точка. Ой, назад, назад. Тролля сейчас убьем. Надо отстроить эко. О, он тоже горит. Прекрасно. То есть мы все в плохих точках. Ладно. Интересно. А, он сам отменил. Лады, лады, лады. Мордор сейчас горит. Он пытается чинить. А тут как-то медленно. Но броня его сейвит, я вижу, очень сильно. Но я себе поднасрал, окей. Тут, да. Ну, бывает. Сейчас. Давай. Ну что это? Почти ж получилось. Ладно, просто сносим ему как можно больше всего. Пока можем. Рабочего вперед. Ага, харе. Денюшка. О, больно. Мы починим все, что прикажут. Сюда? Ну, я просто его солью. О, можно сожрать раба? Блин, не успел глянуть. Так, все, Мордор сейчас сдохнет. Он не проблема для меня. То есть мы ему не мешаем. Он даже мне помогает. Ой. Или нет, другой вариант. Давайте мы сейчас его убьем. У меня жажда крови проснулась. Последнее, да? Нет, не последнее. У меня просто 25-ка сейчас откатывается, и я вроде как должен выигрывать это.
Ну. Есть. Сорямба Big Size, но мне кажется, я воспользовался моментом идеально. Ага, вот так. Уходим, уходим. Тут ферму. Так, теперь. Вот построю. Блин. Что это такое? Я нигде не могу вызвать, что ли? Гиги. Лучков бахнем. А, или он так может это сделать, по идее. Да, он догорает. За игру один раз повезло. Обидно, бро. Ну, это забавно, что все построили крепости криво. Если бы у него крепость была чуть-чуть ближе построена, то он бы себя нормально чувствовал. Он уже третий раз пытался новую крепу поставить, но не хватало места. Ну и точнее, я не давал. Ну что ж, спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на мой Twitch, ссылочка на который есть в описании. Всем пока.